Доброго времени суток, с вами Виджевери. На фоне видов планеты Шлезяка прыгают девочки и написано Girls from the Block. Короче, это игра отечественного производства в жанре сакабан. Ну, знаете, там, короче, игра такая есть. Много подобных игр есть, где надо ящики составлять в определенные места. Так вот, тут то же самое, только вместо ящиков надо приводить на назначенное место девушек. Такие вот дела. Разработчик и издатель этой игры Дмитрий Корабельников, о котором я ничего не слышала, да и вообще про эту игру никто, наверное, ничего не слышал, и найти ее в интернете крайне сложно, а точнее невозможно было. Невозможно до некоторого времени, потому что, о счастье, я нашла диск от GameX за 2004 год и смогла залить игру эту аж на два сайта. Один старый мой, который уже я забросила давно, а второй просто файлообменник. Как же его там, Dropbox или как-то так. Короче, все ссылки есть в описании, если вам интересно, конечно же. Итак, здесь под крутую трекерную музыку нам предстоит поломать хорошенько голову. Причем, знаете, что самое забавное? 51 уровень гораздо проще, чем первый. Так давайте же начнем с конца. Итак, здесь все достаточно просто. Нам нужно отвезти девчонок в нужное место. Вот так. В меню музыка играет, а здесь почему-то нет. Да, она не играет. Хотя я нажимаю на кнопки, тут видите внизу написаны кнопки. F1, F2, F3, F4, F8. Все понятно и достаточно просто. Первое перезапускает уровень. F2 отменяет предыдущее действие. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, то есть перемещаемся во времени, грубо говоря. F3 включает следующий трек, который сейчас не играет. F4 включает или выключает музыку. А 1, 2, 3, 4 это у нас камера. Ну, конечно, вот так вот проще всего, но зато вот так красивше. Еще можно сделать вот так. Какие они суровые, это вы только на них посмотрите. И бошками они вертят. Ну, давайте доведем ее до нужного места и посмотрим, что произойдет. О, круто танцует. Ну, давайте пройдем первый уровень, раз уж пошла такая пьянка. Почему бы нет? Поиграем в первый уровень. Да, все-таки тут она играет музыка. У меня просто глюкануло почему-то. Наверное, потому что я играю на семерке. А может, потому что у меня наушники, блин, кривые, их давно менять пора. Так, все-таки я поставлю самый удобный вид. Так, вроде я правильно все делаю, нет? Я не знаю, на самом деле, что я делаю. Но я очень надеюсь, что делаю это правильно, потому что если нет, то все очень и очень плохо. Так, значит, мне надо пройти вот сюда. На самом деле, я сюда приходила чисто музыку послушать, потому что я обожаю трекерную музыку. И, собственно, благодаря именно этой игре я узнала про трекерную музыку. Вот этот всякий мод, музыка... 8-бит и все такое. Мне это чертовски понравилось, и я реально приходила сюда чисто послушать. Вот, например, вот такая вот музычка есть. Круто, да? Вот и мне нравится. Ну да ладно, не буду отвлекаться. Игра достаточно простая. Тут всего-то лишь надо немного-немножко подумать. И все пойдет как по маслу. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Однако первые разы я тут очень долго залипала, потому что не могла понять, что вообще к чему. Я не понимала смысла этой игры. И просто, говорю, слушала музыку, все. Больше мне ничего не надо было. От этой жизни. Только слушать музыку. Давай, иди же ты, иди. Конечно, забавно, что предыдущий уровень, по идее, 51, но он гораздо сложнее, чем 0-1. А может, в этом какой-то подвох? Я не знаю. Мне не удалось толком нарыть никакой информации про
Дмитрия Корабельникова, кроме как того, что он эту игру создал. И то это было написано в диске от GameX, который тоже уже как бы не существует несколько лет. Все это такая древность, что очень трудно найти пруфы. Но, тем не менее, эта игра у меня сохранилась. И меня это очень радует. Хотя отыскать нужный диск было достаточно непросто. Я потратила целый день на то, чтобы найти его. Представляете? И в итоге же нашла, и мне это нравится, да. Так, так, так. И останется еще одна. Тут можно на время как-то проходить, наверное. Я не знаю. Поговаривают, что у этой игры исходный код открытый или прилагается к самой игре, и в нем можно копаться. Я, если честно, не вдавалась в подробности, потому что, еще раз повторюсь, я слушала музыку. И лишь спустя несколько лет у меня дошли руки именно поиграть. Это достаточно просто, на самом деле. Тыщ, тыщ. Как же они вертят головами. Модельки, естественно, очень простые. Проще, наверное, не бывает. Тыц, 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 синхронность, синхронность. Наверное, девушки из синхронного плавания бы очень позавидовали вот этим вот девочкам. Ну что, я их всех собрала. Что будет дальше? Ну, давайте поиграем во второй уровень. Так, что же у нас тут? Давайте поглядим. Блин. Ох, это будет нелегко. Но я должна попытаться. Так, мне сообразить, что к чему. Кого из вас подвинуть-то, блин? Чтобы потом можно было... Так, делаю вот так. Ох, зря, наверное, я так сделала. Так. Так. Я запуталась, если честно. Очень запуталась. Плохая идея. Да? Плохая идея. Ладно. Отменим действие. Так, 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 так. Нет, не так. Я же проходила это. Почему я не помню? Так. Больше действий я отменить не могу. Так, а что же мне делать-то теперь? Проблема. Ну ладно, я попробую. Попробую все-таки их продвинуть как-то. Вот так вот, вот это вот подвину, хорошо? Так ведь можно делать? Так, теперь вас подвинуть. Так. Очень неудобно тут каждую по одной, блин, толкать. Сами-то они никуда не идут. Но с другой стороны, для кого-то и это кажется интересным. В конце концов, когда у меня была древняя Моторола... C205. Я с удовольствием играла во всякие эти блоки. Хотя мне, конечно, больше нравилась змейка. Но и составлять вот подобные непонятные ящики или вот таких вот девчонок. В этом тоже есть какое-то веселье. Тем более под такую шикарную музыку. Как же я люблю эту музыку. Я заслушала ее уже до дыр просто. Для меня это своего рода ностальгия, которая мне очень-очень нравится. Так, еще одна девчонка. Я, короче, тут буду очень долго тупить, плюс еще ходят они очень медленно. Поэтому я
кое-где немножко так ускорю. Я думаю, вы не будете против. Так, осталась одна. Ну, это будет достаточно просто, я надеюсь. Эй, не, так реально неудобно. Самое неудобное это вот так вот. О-о-о-о-о, карусель, блин. Карусель. Начинает. Что она там начинает, ладно. Вот второй более-менее. Вид камеры, я имею в виду. А все остальное это как-то вообще... Как-то вообще, вот просто вообще. Неудобно. Стой. Что я сказала? Головой не верти. Не верти головой! Ты меня нервируешь! Ладно. Ты последняя. Интересно, я успею до 10 минут? Блин, я 10 минут занимаюсь фигней. Но реально, время убивается просто адово. Ну-ка посмотрим, что нам скажут. Опять. Потому что я ребенок. Что это значит, я не знаю. Но этот товарищ Корабельников, судя по интро, фанат Тайны Третьей Планеты. Ох, нет. Это я проходить не буду. Так. Это у нас что? Третий уровень? Четвертый уровень? Что-то как-то они мне не нравятся вообще, эти уровни. Седьмой. Ну, давайте попробуем седьмой. Все-таки семь это как бы мое любимое число, хотя... Па-па-па-пам. Ну, у меня нет иного выбора, кроме как сделать. Так. Потом так. Я боюсь, что я зря вот так вон там сделала, но с другой стороны... А что, у меня выбор, что ли, есть? Нет у меня никакого выбора, вы о чем вообще? Я не знаю вообще, что... Давайте попробуем. Теперь тебя. Ну, это достаточно просто, как мне кажется. Хотя, если я напортачу, в любой момент можно как бы вернуться. О, моя любимая музыка. Обожаю! Хотя у меня тут практически вся музыка любимая, но вот это вот прям вообще. Обожаю этот трек. Так, а это было не к месту вообще совершенно. Вот что бывает, когда одномоментно играешь во что-нибудь, и еще у тебя браузер открыт. Вечно какие-нибудь лишние звуки. То ВКонтакте кто-нибудь напишет, то еще какая-нибудь фигня. Ох уж этот Rail Nation. Так. Так, а что мне с тобой делать? Что мне с тобой делать? А? Что мне с тобой делать? Я не представляю, что мне с тобой делать. Как-то мне надо попасть туда. Ладно, я тебя сдвину. Так. Вот. Вроде бы я действую правильно, я надеюсь на то, что я действую правильно. Потому что если нет, то все очень-очень плохо. Опа. Опа-опа-опа, папандос. Ладно. Сейчас как-нибудь попытаемся вывернуться. Где наша не пропадала в конце-то концов? Ну, я думаю, я пройду вот этот уровень и все, нафиг уже. Потому что те я вряд ли осилю. Да и мне как-то поднадоело немного. Конечно, эту музыку я готова слушать вечно, но... знаете ли... Одно дело слушать музыку, а другое дело... Так.
давай ты у меня пойдешь. О, и совсем другое дело тратить время. А времени у меня и так мало. И мой жесткий диск мне лишний раз об этом напоминает. Эй, у тебя так мало времени, а у меня так мало места. Давай поскорее уже заканчивай, а то мне как-то это все надоело. Вот примерно так он со мной разговаривает. Ну, не в буквальном смысле. Вы не подумайте, я не разговариваю с жестким диском. Я еще не сошла с ума настолько. Или сошла. Ладно, неважно. Блин, а вот это проблема. О, вот это тоже мой любимый трек. Но, блин, я уже запуталась, который из них у меня самый прям любимый. По-моему, предыдущий был прям самый-пресамый. Хотя это тоже шикарный. Черт. Очень трудно быть меломаном. Вот иной раз спросишь человека, у тебя какая любимая песня? И он тебе сразу скажет, вот эта вот песенка. Вот это вот. А я так не могу. А, нет! Я все запорола. Только не говорите мне, что я реально все запорола, а. Только, пожалуйста, ну не говорите мне, что я все запорола. Мне ее реально оттуда уже не вытащить. Эй, девчат. Ну все. Капец. Ну, значит, заново начнем. Ох, как мне это не нравится. Чё? Что-то они какие-то вообще хмурые. А! Я все опять испортила! Ладно, ускоримся. Это был момент истины, и я опять все испортила, ну да и ладно. Ну, короче, вы помнили, как это проходить. Я случайно нажала не циферку 1, а циферку F1. Короче, я это опять проходить не буду. Прошло уже 11 минут, я устала, поэтому я закончу где-то на этом. Итак, тут еще дофига уровней. 57, 58, 59, 60... А, последний 60-й. Ну, я просто гляну на него, хорошо? Он достаточно простой. Нет, не простой он. Он сложный! Очень сложный! Уровень такой сложный! Не, я не, все, хватит. Я и так уже потратила много времени. У меня нет возможности... снимать дальше, потому что место на диске таки не железное. Поэтому я тут закончу. Я надеюсь, вам понравилась такая вот игрушка. Ну, по крайней мере, я действительно очень надеюсь на это. Я не знаю, понравилось вам или не понравилось, потому что комментарии вы все равно обычно не оставляете. Но я все равно буду на это надеяться. А пока что на этом все. Ссылки есть в описании. Удачи вам в жизни и до свидания! Что я делаю со своей жизнью?